Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Mental Memorial. По-прежнему находимся в психушке, как ни удивительно. В последней серии мы всеми правдами и неправдами добыли вот эту красную ключ-карту. Я совершенно не знаю, куда она нужна, но пишет, что это от контрольной панели на втором этаже. Мы находимся сейчас на первом по местным меркам, хотя на самом деле это второй, но здесь первый этаж, я напомню, считается нулевым, второй этаж считается первым, а первый этаж считается вторым. Ой, ну вы поняли. Короче, вот, нам нужен этаж выше, судя по всему. Так, и там мне очень не понравилось, насколько я помню. Но, по крайней мере, после того, что я видел в подвале, мне уже кажется, что здесь на втором этаже довольно уютно. Ладно, давайте осматриваться, осваиваться. Музыка здесь просто пипец какой-то. Казалось бы, да, довольно дружелюбно. Как дружелюбно? Кругом мигают лампы, с потолка свисает паутина. Но все-таки свет есть кругом. Но здесь настолько страшно, что пипец. Ладно, хорошо. Давайте аккуратненько двигаться куда-то. Сначала, я думаю, вот сюда. Карты у нас, к сожалению, нет. Она нам бы тут очень пригодилась. Насколько я понимаю, опять же, здесь, в принципе, не так много мест, куда можно было бы пойти, поэтому... Не поддается. Кстати говоря, ни малейшего объяснения, что мы тут делаем, так и не последовало. С другой стороны, понятно, что сюда доставили какую-то пациентку, больную черной чумой, черной смертью какой-то. И она перезаражала всех пациентов, и они стали очень кровожадными. Сохранение, круто. Начали бросаться на врачей. Что за звуки, елки-палки? А их вместо того, чтобы лечить, пичкали болеутоляющими. Естественно, не помогло, и со временем у них выработался довольно быстро иммунитет. Это было очень умно. Кто ж вот так двери оставляет открытыми? Что нам тут может быть нужно? Так, сейчас меня передернет, подождите. Офигеть. Пакость. Кровище все. Так, тест ног. Сегодня мы тестируем ноги в токсичной воде. Тест увенчался успехом. Мы нашли, что этот токсичный жидкий токсин отделяет плоть от костей меньше, чем за 20 секунд. Нам все еще нужно сделать больше тестов, но эта жидкость выглядит опасной. Но она может нам помочь в удалении кости, ой, и плоти быстрее, чем руками. Больше тестов скоро последует, когда прибудут части тела Брайана Ди. Круто. Опыты. Пальцы, главное, такие, да? Или не пальцы? Офигеть. Ой, это прям какие-то, я не знаю, доктор зло тут просто жил. Хорошо, еще что-то есть? Уборка бы явно не помешала. Меня, как обычно, жаба душить начинает по поводу, почему я не пошел сначала в ту сторону. Так, что за запись? Сенсор вроде как сломан. Если я смогу найти скрюдрайвер, то есть отвертку, я смогу починить его.
Хорошо, а что тут? Лампы, как обычно, мигают. В этой игре все лампы мигают. Все и всегда. Что за бардак вообще тут? Пустая комната, никому не нужная. Ладно, здесь пока по сравнению с тем, что происходило в предыдущей серии, совсем не страшно. То есть тревожно, конечно. Понимаешь, что в любой момент может произойти нехорошее, но оно, по крайней мере, не происходит. А там прям происходило. Безостановочно. Какой сенсор сломан? Неважно. Ладно, сначала найдем отвертку, а там уже будем смотреть. Хорошо. В этом коридоре нам больше делать нечего, да, я так понимаю? Блин, ох, не нравится мне это место. Пожарный выход. Дверь не открывается. Вообще ноль эмоций. А вот и дверь, куда нужно применить карточку. Так, хорошо, но сюда мы успеем пойти. Сначала осмотримся. Там стоит кто-то, что ли? Или это елка? Не поддается. Это елка просто. Не бойтесь. Больная игра, больная. Ох, это что, комната отдыха? Читать книги здесь сидеть, проводить собрания. Хорошо, подожди, что это? А, ваза, точно. Кёрлинг. Ой, в этот раз кёрлинг не удался. Раздевалки или что это, хранение медикаментов? А там я вижу отвертку, похоже. Хорошо. Сюда мы не попадаем, а там у нас что-то лежит. Ну, видимо, какая-то фигня. Ладно, нашим легче. Чем меньше мест, куда пойти, тем сложнее заблудиться. Окна заколочены. Кто этим занимался, интересно? Так, щипцы нам не помогут. Ножом мы тоже ничего раскрутить не можем, судя по всему. А вот отвертка, это вполне себе неплохо. Спокойно все? Стены кто-то расписывал кровью, да? Хорошо, уходим. Так, нам, по идее, сюда. В эту дверь. Но теперь у нас есть отвертка, мы и туда можем попасть. Куда же нам в первую очередь пойти? Лестница винтовая. Идет на первый этаж. Давайте сюда сходим. О, офигеть. Японский городовой, это что такое? Дверь не открывается. Что-то как-то тут совсем не круто. Так, постоим, подождем, пока фонарик маленький в себя придет. И я тоже, потому что мне что-то дико страшно, я не хочу туда идти. Так, ладно, все нормально, почти. Ладно, пойдем, с Богом.
тоже. Ой, твою мать! Твою мать, уйди от меня! Эй, ты, не бойся. Я выгляжу по-другому, я знаю. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Я тоже ищу эти числа. А ты? Да это уже не важно. Можешь ты мне, пожалуйста, помочь? Моя собака, ей нужна еда. Уже несколько дней не ела. Здесь может быть немного пищи. Да, я смотрю, ты думаешь, человеческая плоть нет. Хорошо. Так, он говорит, что мне нужно с косточкой прийти. Но вообще, я, честно говоря, с тебя офигею. Интересный поворот сюжета. Я промолчу. У нас персонаж просто начинает уже... Девять. Ладно. Так, валим. Мне слишком страшно на него смотреть. Ты смотри, как меня кроет. Так, 50%. Тебе очень плохо. Так, это здоровье. Здоровье. Похоже, в себя приду я только, использовав... Что там надо было использовать, кстати говоря, в Унзи, я не помню. А, не устанавливается? Мне очень плохо. Ну-ка. 100%. Да. Дело наше табак. Хорошо, пойдем сюда. Это, по-моему, очень странно, то, что абсолютно без каких-либо приветствий. Но сюжет здесь не блещет. Вот и модификации совершенно. Но при этом игра все равно крайне интересная. Так, нам не сюда, хотя здесь мы можем сохраниться, поэтому давайте зайдем. Теперь... Человеческая плоть и кислота. Нормально? По-моему, не очень. Явно не так. Что мне нужно сейчас, это... Мне нужно найти косточку для собаки. Возможно, это где-то будет подальше там. Внизу в подвале вообще я видел кость, насколько я помню. Да ладно. Так, куда мне нужно использовать? Какой сенсор? Где-то вот тут вот я шел и написал, что сенсор сломан. Мне нужно починить его. Или, может быть, вот он? Не понимаю, честно говоря. Хорошо, что ж все так сложно-то, а? Нет. Я не понял, какой именно сенсор надо чинить, я его не вижу. Возможно, он прямо перед глазами моими, но... Просто не замечаю. Давайте посмотрим внимательно на эту стену. Может, это ты? Явно нет. Здесь внутри тоже ничего хорошего. Ладно, давайте эту стену осмотрим. Да. Непонятно. Так, и что же нам тогда делать?
У нас есть косточка, но куда ее применить-то? Вернее, косточка, говорю. У нас есть конечность. Это, я так понимаю, не кислота, да? Представьте, как тут пахнет просто. Это... О, это просто капец. Так, хорошо, ладно. Что? А, понятно. Когда на нее наступают такие приятные звуки. Так, тут тоже ничего. Я не знаю, честно говоря, что произошло, что нам делать. Может, найти какую-нибудь конечность поменьше надо? По-моему, у нас в подвале была косточка. Но нужно именно, он говорил, вроде как, что отделить кость от плоти. И тогда его собака покушает. Подожди, может, это открыть? Я не понял. Блин, ну, мне по-любому сюда нужно. Ну, я не знаю, давайте еще раз посмотрим. По-любому где-то здесь нужно сенсор найти. Это, конечно, тупо, но... Нет. Что-то как-то она не особо охотно едет. Давай, родной, давай. Хорош. Вот так, отлично. Понятно. Ну хорошо. Так, давай, подвинемся. Давай потихоньку. Давай. Вот. Молодца. Фу, так, что дальше? Дверь. А, я понял. Туда вроде как дольше идти. Давайте мы пойдем сюда. Мне очень нравится вот это вот, то, что коридор длинный, много дверей. Вот так вот по очереди все исследуешь. Это напоминает мне Black Snow, помните, там жилой комплекс? Было просто так последовательно и постоянно что-то крутое происходило. И тут примерно того же плана. Ты посмотри, как же тут пахнет пенумрой. Блин, я просто готов расцеловать в десна разработчиков этой игры за это. Просто вылитая пенумбра. Но с примесью амнезии. Вот эти вот столики. Так, хорошо. Мне нужно найти... Я не знаю что, но что-то нужно определенно. Типа там... Какую-нибудь конечность. Поменьше ноги. Братюня. Такое ощущение, что ты обкололся чем-то. Так, тут ничего. Ничего, ничего и ничего. Хорошо, лампочка. Зачем она нужна, я до сих пор не понимаю. Лекарство. Чем мы сюда только за лекарством ходили? Пустые все. Ну, судя по всему, да. Больше ничего хорошего я тут не вижу. Да и вообще ничего не вижу, не только хорошего.
Братюня, что же с тобой произошло? Лады, довольно-таки бесполезная комната. Так, еще один сенс. Рабочий, кстати говоря. Так, хорошо. Не работает. Туалеты. Как же я по вам соскучился. Давненько. Ой, я не хочу туда идти. Это что, какие-то шторы, что ли? Это ванны. Офигеть теперь просто. Аккуратно. Так, пусто, похоже, я ближе подойти не могу. Что-то мне совсем поплохело. Хотя постепенно здоровье восстанавливается. То есть умственное. Подожди, я неужели тут еще одна комната пустая? Мне казалось, что тут что-то мы найдем. Вот такое вот бывает у меня. Я такой остановлюсь, такой развернусь и подумаю, блин, да, наверняка что тут что-то есть. Но нет, нету ничего. Что ты пугаешь ты меня? Ой, япона мать. Кого-то тащили, да? И затащили. Ой, твою мать! Спокойно. На кой черт я вообще сюда полез? А вот. Она оставила нас умирать. Мы слышали о несчастном случае на первом этаже, поэтому пытались убежать на второй. Но эта дверь сломана. Она видела нас, она слышала, как мы кричим. Она просто оставила нас. Стервоза. Как-то сегодня у нас довольно спокойно по сравнению с предыдущими. Ну да ладно, это даже хорошо. Передых небольшой. Так, хорошо. Туда мы пойти успеем. Это насколько страшная игра, что я вот такие вот моменты уже говорю, что практически ничего не произошло. Блин, меня передергивает. Сейчас, сейчас, ребята, секунду. Просто нужно включить свет. Вот, и уже совсем не страшно, да? В шкафу никого оставим, его открытого. Это тоже у меня такая финичка появилась после прохождения амнезии. Потому что в нем было удобно прятаться. Так, что мы делаем? Не знаю зачем, но мне понравилось. Хорош. Пустая комната, судя по всему. Ладно. Ничего больше. Все, выходим. Я ничего не увидел. Тут что, рабочий кабинет какой-то? Почему-то эта дверь нравится закрыться все время. Хорошо, что у нас тут. Мы ищем что-то пожрать, если кто не помнит. Поэтому на кухне, в принципе, вполне себе неплохо, может быть. Вот, вот оно то, что нужно. Ты нашел мясо.
Гнилое мясо на кости. Нам, я так думаю, нужно будет кинуть это в кислоту, чтобы получилась гольная кость. Чё я свет не включаю вообще? Так, осталось две дверки. Одна из них, я так понимаю, в душевую ведет. Тихо, свет. Отлично. Ой, твою мать. О, так. Ой, блин. Рефлекс уже, как мышь просто бежать. Все спокойно. Ну ладно. Блин, это капец какой-то. У меня просто вот такие моменты, вот ведро адреналина в кровь, и после этого я уже готов бежать куда-то. Успокаиваться нужно. Крутой такой поворот, да? Туда определенно стоит скатить и проверить. Там что-то лежит. Спокойно. Фу, так. На кой черт я сюда ходил вообще? Ну ладно, допустим. Абсолютно бесполезная вещь, чтобы было. Все, возвращаемся, похоже. Ладно, взяли, что хотели. Остальное ерунда. Фу, неприятное местечко. Да как, в принципе, тут кругом. Давайте сохранимся. Да, в принципе, на этом и закончим на сегодня. А завтра будем думать, что делать с этим куском гнилого мяса. Нам нужна косточка для собаки. Поэтому, скорее всего, окунем это в кислоту и понесем тому облезлому парню. Сюжет в игре довольно странный, но, тем не менее, атмосфера и вот эти вот моменты держат напряжение. Пока что очень крутая модификация. Надеюсь, вам тоже нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.